Итак, в этом видео мы поговорим о металлодетекторе, handheld металлодетектор, модели, значит, у нас ZK-D180. Сейчас мы ее откроем, посмотрим, как она выглядит. Итак, в комплекте у нас блок питания для зарядки, соответственно, брошюра, инструкция, как пользоваться девайсом, как мы видим, обозначены все кнопки, все индикации металлодетектора. Вот он сам металлодетектор. Металлодетектор работает у нас при помощи батареи крона, которые устанавливаются в этой части. Значит, сама батарея, вот она такая, вот батарея-аккумулятор. Итак, мы сейчас ее включим и проверим, как она работает. Тут в этой части у нас индикация, соответственно, чем мы ближе приближаемся к металлу, тем шкала у него увеличивается. Также на этом детекторе есть два вида. Есть с сигналом, то есть, соответственно, происходит сигнал при считывании, или же можно отключить, и, соответственно, будет работать только вибрация. Итак, у нас есть вот отвертка, и на ней мы проверим. Значит, первый вариант. Как мы видим, металл. Как она работает. Далее переключим ее в другой режим. И, соответственно, происходит звук при считывании. Вот такой девайс от компании ZKTeco. Вот она модель. Тут, значит, девается блок питания для зарядки. И также индикатор, который будет показывать, когда батарея разряжена.